Башкортостане появятся ветряные электростанции. Возвести эти объекты планирует немецкая компания BC Green. Об этом сообщили в Корпорации развития республики. Суммарная мощность ветропарков составит 200 мегаватт. В Корпорации развития отмечают, ветряные электростанции инвестор планирует построить в Бельбеевском и Куюргазинском районах, а также в Нефтекамске и Сибае. Скорость ветра в этих территориях достигает более 7,5 метров в секунду. Общая площадь объектов составит 400 гектаров. Руководство немецкой компании попросило помощи у башкирских властей в получении разрешений на строительство ветропарков и присоединение к электросетям, а также в получении земель с возможностью их дальнейшего выкупа. Для энергетической отрасли Башкортостана объекты ветровой энергетики представляют ценность тем, что осуществляется наработка опыта по эксплуатации и обслуживанию объектов возобновляемой энергии. Последние годы ветровая энергетика демонстрирует стабильное усиление своих позиций в глобальном энергобалансе, являясь одним из базовых направлений возобновляемой энергетики. Добавлю, что немецкая компания BC Green разработкой ветроэнергетических проектов занимается с 2005 года. За это время организация поставила ветряные турбины в 29 стран мира. Уже реализованы проекты по ветроэнергетике в Германии, Великобритании. Ведутся разработки в Португалии, России и Албании.